как снежком пропорошило, как это называется, это сыпь, не сыпь, как это правильно болезнь называется, оспа или не оспа, не знаю, короче, как это называется, напишите в комментариях. Уедем, ребят, сейчас уедем, сейчас я 15 минут, сейчас я поем что-нибудь и поедем. Сейчас поедем, сейчас, может, на студию поедем, там заедем, там туда, сюда, короче. Сейчас, сейчас. Кондатор с тобой разговаривать даже не хочет. Тебя тут человеком не считают. Нет уважения, понимания. Дуй на студию быстро. Я сейчас даже сам пошел куртку сдал в ремонт, хотя у нее для этого было 5 дней. Блядь. Это понятно. Сейчас. Правильно, правильно. Так, перчатки, ладно, мне не нужны. Это возьмем деньги на всякий случай. Вдруг, если что. Сейчас я закажу такси. Все, поедем сейчас. Пойдем в магазин сходим. Идем, идем. Привет. Привет, как дела? О, Серго, брат. Как дела? Ты что, не видишь меня здесь? Че ты? Да всего надо. Серег, что там, как? Живой, блин. Куда вчера собаку мучил, ездил? Нет, собаку-то я не мучил. Собаку я просто прогулялся. А, то есть мы тут в машине с собакой. Я говорю, куда ты с собакой? Не, я поехал на студию с ней, там тусовался, потом обратно приехал, да. Нормально что? Нормально. Хорошо. Да. Что-то какой-то вообще... Поникший. Ну, поникший я уж в рехабе лежал. Ну, я сейчас 5 дней. А, 5 дней ты? Ага. Мороженое возьму. Прокапали, да. Шампанское будешь? Да, шампанское одно. Тима хороший, что такое тут у меня еле ходит. Я потрясывает, блядь, до сих пор, я тебе говорю, они меня обхачивали. Не, ничего не делал. Просто лежал тупо, блядь, 5 дней, блядь, спал. Ну, выспался? Ну, да, более-менее. Спал за 50 тысяч, да, грубо говоря? Натахи пиво будешь брать? 70. А? 70 тысяч. Наташке будешь пиво брать? А какой? Ну, давай, фрукты. Слушай, я тоже хочу за 70 тысяч поспать просто. Одну? Одну, да. Сегодня старый Новый год? Да. Ура! Пою или дверь? Мою. Ну, жестко они там, ни телефона не дают, ни позвонить, ничего. Ну, ладно. Ты же за деньги делаешь. Ага. Так кажется. Made in USA. Да. Я, Серег, ну до этого. Как, все? Ну, все, они обкололи, блядь. Я, Серег, ну до этого нормально поесть пару дней. Прям. Я ел.
Нет, разбудился. Нет, нормально, в смысле, нормально. Прям я... вот завтрак каша. Да, нет. А, ну, каша хорошо, обволакивающая. Мясо поесть. Потом обед уже хлеба. Обязательно первое, второе. Да, мясо. День дожизненько, мясо поесть нормально. Угу. Чтобы у тебя состояние твое да. реабилитировалось. Да, началось все работать. И можно, конечно, под мясо и под все это. Мясо, ты знаешь, что мясо, оно является губкой. Ты вот пьешь и мясом закусываешь, и мясо впитывает в себя алкоголь, и ты не пьянеешь, и оно спокойно растворяется в организме. Закажи себе какой-нибудь шашлык, только нормальный. Не из говна сделанный, там вот баранина, а вот именно свинину какую-нибудь закажи себе. Ну, либо вырезку купить, или вырезку, быстренько да. пожарить, она еще 5 минут жарится. Не, ну что-то не готовить. Раз, раз, и все. И, а, или сходи вот в эту нашу кафешку, то, что в Олимпии. А, да, да. Там же мясо не заебись. Туда сходи. Да. Во-первых, состояние, плюс да, погода да. вот такая вот. Опять сейчас падает до плюс. Давление сейчас может ебануть. Поездки все, 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 отдыхаем, отдыхаем. Ну, я там выспался. Конечно, за 70 тысяч, говорю, поспать, я тоже не понял. Ну, у тебя и цвет лица нормальный. У тебя просто вот состояние такое какое-то. Уставший. Бледный, наоборот, бледный. Уставший, да. Относительно с румянцем. Бледники, бледники, да. Добрый. Так, все. Не... До вечера хочешь, не прощаем. Через хочешь через задний ход, чтобы тебе вообще пойдем, не ходить? Пойдем. Там мы покурим. Машину бы себе купил бы, блин. Рассекал. Я нет, я не буду. Я не буду. Я водить не буду. С водителем, да. Не любишь или? Не хочу. А, не хочу. Не хочу просто. Да ладно, машина круто, что наоборот. Сел, какой-нибудь поехал, там отвлекся, всего это за рулем. Атмосфера так. Не знаю, не хочу. Пока не хочу. Все, приходи. Давай, зайду еще. Да, конечно. Я вчерху. Тук-тук-тук, это Толян. В шкафу еще есть место, Сима, приезжай. Давай 5 сейчас исполним, да. Сейчас исполним. Но обратим внимание на здоровье, сразу говорю. Обратим внимание на здоровье. Восьмерка, дочь. Человек.
самое главное быть человеком. Спасибо.